Привет, друзья! Мы в лесу, который находится сразу за Бесахете. Просто решили проехать, посмотреть грибы, ну и заодно погулять и подышать свежим воздухом. Кому интересно, давайте прогуляемся вместе с нами. Покажи. Не червивый? А где ты его? Здесь где-то? Там. Там все перерыто уже. Ну, вот там перерыто, там искать. А-а-а. Я положу пока. Положи. Вижу мою. Вот, смотри, нашла. Где он? Вот он. Вот. Вот ты. Вот какой он хороший. Все, срезай. Сейчас мы поедем. Сейчас тут срежем, мы поедем дальше. Тут грибы есть, но собирать можно на жирок.
Никак. Хорош. Не червивый? Нет. Они сейчас не червивые. Ну-ка, покажи. Ну, хорошенькие такие, да, прям плотненькие. Очень бодрые такие, да. Угу. Видишь? Хотя вот здесь, смотри, вот все перерыли, да, уже кто-то был. И вот один гриб мы нашли. Так вот понемногу, понемногу вот этого. А пакет набрали? Пакет набрали, да. Угу. Не удивляйся, так за ПСХ эти люди ходят. Ну, а что здесь рядом? Хорошо. Ушел. Вот дальше тоже грибники гуляют, собирают. Все? Угу. Так, все, поехали домой.